2 марта президент Российской Федерации Владимир Путин открыл год педагога и наставника. Церемония прошла в Центре знаний Машук Ставропольского края. Отметим, что на торжественной церемонии должен был присутствовать и сам глава. Но из-за происшествий в Брянской области Владимир Владимирович остался в Кремле. В конце февраля текущего года правительство утвердило план соответствующих мероприятий. Напомним, что президент Российской Федерации предложил вернуться к базовой системе высшего образования, так как эта система должна представлять собой синтез лучших практик советской системы и последних десятилетий. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев. Новости телеканала «Среда».